ездить там не гражданские машины там ездят военные, но тем не менее дорогу они очень хорошо отшлифовали. И в принципе, я что хочу сказать, если бы эту дорогу открыли, то по сути со стороны Чечни она уже готова. На нее даже. Что касается насчет последнего видео Костецкий про тебя, прокомментируешь. Я посмотрел то, что он сказал, и могу сказать, что радует беспристрастность. Говорит он абсолютно правильно, на самом деле он говорит правильные вещи. И то, что он относится в этих вопросах беспристрастно, оставив какие-то страсти, это похвально. Но я бы вот этот вот вопрос, тот человек, который задал ему этот вопрос, он спросил, почему вы, значит, похвалили Тумсо? Он ругает имама Шамиля, что ли, или что-то такое он, короче, как-то так он спросил. Сам этот вопрос, он просто вот, он переполнен бывает, вот этот стакан, и он изливается невежеством, через края льется невежество от одного этого вопроса. Вы представляете, каким образом задает человек вопрос? Он говорит, почему ты, говорит, похвалил Тумсо? Ведь он плохо отзывается, да, вот так он сказал, ведь он плохо отзывается об имаме Шамиле. Вы представляете себе, я-то неплохо отзываюсь о имаме Шамиле. Это очень важная поправка. Я лишь говорю, что героем он не является. Я лишь это сказал. А так, я делаю за него дуа и плохо о нем не отзываюсь. Но даже если бы я его ненавидел бы и проклинал бы, каждый эфир свой начинал бы не с приветствия, а с проклятия в адрес имама Шамиля, даже в этом случае имам Шамиль не является человеком, из-за которого строится любовь и непричастность. Валя и бара в исламе. Это верх невежества просто. Сам этот вопрос, он является страшно невежественным. И это бид'а, нововведение этой эпохи, которая поразила очень многих людей. И плохо, что в ответе на вопрос на этот момент не указал Абдулла, что он не указал на то, что это страшное невежество. Вообще так думать, так строить отношения с людьми, это страшное невежество. Никто не может... Я не могу строить отношения с людьми, именно валя и бара с этими людьми, выстраивать из-за их отношения к Джахару Дудаеву, допустим, к Аслану Масхадову, к имаму Шамилю, к шейху Мансуру и так далее. Я не могу. Нет другой личности, нет в исламе, из-за которого может выстраиваться отношение, кроме как пророк, мир ему благословение Аллах. Поэтому это, ну, просто страшное невежество, на которое стоит, я думаю, в первую очередь обратить внимание. Самашки, почему ты не расскажешь, как Ахмад Кадыров подставил чеченцев, призывая убивать русских, воевать с Россией, и после этого оказалось, что все это Кадыров делал ради захвата власти? Также на Востоке Ичкерии те, кто имеет аварское происхождение, всегда говорят «ле», и ты в последнем ролике об этом говорил. Во-первых, начнем с конца, наверное, да? Это ужасное заявление, которое ты сделал. Те, кто имеет аварское происхождение, они говорят «ле». Те, кто говорят «ле», это такие же чеченцы, как ты и я. Просто в их диалекте это говорится так. И это никак не связано ни с какими происхождениями. Уже пусть вас отпустит вот это вот невежество, грязное и националистическое, которое настолько зловонно. Прекратите эту ерунду. Это такие же чеченцы, как ты и я. Поверь мне, они ничем не отличаются. Они сделаны из того же теста, они родились в таких же семьях, где родители были чеченцами, как минимум отец точно был чеченец, и это делает их чеченцами. Поэтому это никак не связано с их происхождением. Это элементарный диалект. И у меня очень немало товарищей, друзей, людей, с которыми я общаюсь, которые говорят на этом диалекте. Они говорят «ле». И они исключительно достойные люди, хорошие люди. Я предостерегаю от подобных убеждений. А что касается, почему я не расскажу о том, что Ахмад Кадыров подставил, ты знаешь, может быть, это будет не совсем скромно сказано, но ты вряд ли найдешь сегодня другого человека, кто больше меня говорил бы об этом. Навряд ли ты это найдешь. Я не согласен с Тумсо в вопросе Ауха, тем не менее, я его люблю ради Аллаха, и он мой брат, мусульманин. Хватит вам людей разделять, мы мусульмане, и ле на аварском это эй. Я единственное, одного момента не понял, а с чем ты со мной не согласен в вопросах Ауха?
Что это значит? Ты со мной не согласен? Вопрос Ауха. Брат, ассаламу алейкум рахматуллах. Ты видел обращение Костекского в ответ своему брату? Также хотел спросить насчет интервью с Абу Омаром, который разговаривал с тобой как с братом, был как-то добр к тебе, а ты в это время слишком хладнокровным, как будто обращаешься с незнакомым. Эти братья трудятся, как и ты. Ва алейкум ассалам рахматуллах баракату. По поводу обращения Костекского я уже ответил, а вот по поводу интервью с Абу Омаром, тебе не кажется, что ты как-то, по-моему, ну, может, это твое личное какое-то впечатление, либо ты целенаправленно сейчас пытаешься ввести людей в заблуждение. У нас было со взаимным уважением общение с Абу Омаром, и я не только считаю, он является моим братом. Я не знаю, с чего ты так решил, что я с ним как-то не так разговаривал. У Абу Омара, да и вообще ни у кого до тебя, не возникало вот подобных претензий ко мне. Интервью с Абу Омаром было очень продуктивным, полезным, и все остались довольными. Ну, кроме там каких-то открытых ненавистников. Тумсо, приветствую. Недавно прочитал в новостях, что Кадыров планирует открыть новую дорогу в Грузии, то есть завершить начатый в 98 году процесс. А Кадыров уже второй раз об этом говорит. Он как-то сделал подобный вброс, по-моему, это было в прошлом году, если я не ошибаюсь. Он сказал, что у нас идут, там переговоры об этом с грузинской стороной. И тогда в Грузии власти немножко удивились этому, что кто у них там ведет такие переговоры. Тогда эту тему как-то, чуть-чуть покомментировали, ее оставили. Сейчас он снова ее поднял, заявив о том, что якобы было бы, если бы у нас эта дорога открылась, это открыло бы сухопутное сообщение с Европой. Но он имеет в виду, что люди смогут на машине уже легче приезжать в республику, им не нужно будет через Осетию и вот так ехать. И опять грузинские власти заявили, что никаких переговоров по поводу этой дороги они не ведут. Вообще надо отметить, что дорога, по сути, она уже есть, она там есть, эта дорога. Ее нужно просто со стороны Грузии, по-моему, ее нужно сделать или доделать. А так это, это не асфальт, это грейдерная дорога, но она хорошая, хорошего качества. Я был на этой дороге. Мы как-то ездили туда с друзьями в 2000, по-моему, 2014 году. Или, может, даже в 2015, я не помню точно. Мы ездили, там есть Дерлоймох, называется место, где-то. Ну, это высокогорные, так это уже не села, там никто не живет, но это те места, где раньше жили выходцы из Тейпа Терлой. Они сделали некое восстановление, там восстановили древнюю мечеть, которая была у них в одном из селений, восстановили башню Терлоевскую там в другом месте. И вот мой близкий, хороший друг, который из Тейпа Терлой, он повез нас туда, и мы поехали на шашлыки, посмотреть немножко в горах. А эта зона, чтобы попасть туда, в Терлоймох, нужно выехать в пограничную зону. То есть стоит пограничный пост, и туда только по пропускам можно попасть. Но тогда один из терлоевских старейшин, он договорился с пограничниками, я не знаю, как ему это удалось, но он договорился, что те люди, которые едут в Терлоймох, они будут без пропусков их туда допускать, на эту зону. И вот, когда, значит, ты едешь туда, Терлоймох, ты проезжаешь по этой дороге, по вот этой вот в 98-м начатой, сделанной со стороны Ичкерии, она была сделана до границы, по-моему, со стороны Грузии она недоделанная, точно не знаю. Но вот по этой дороге ты едешь определенный промежуток расстояния, потом ты сворачиваешь уже вниз и достигаешь вот этого Терлоймоха. Терлоймох переводится как земля Тейпа Терлой. Тейпа или даже Тухом, по-моему, это Терлой, в который ходит несколько тейпов. В общем, и вот я тогда удивился, проехав по этой дороге, я увидел, что она очень хорошая, а по ней ездит только военная техника, потому что это пограничная зона, и они там, у них стоят какие-то пограничные, секретные, не секретные, какие-то там военные части, секретки и так далее. И там проходит, я обратил внимание, кабельник у них, оптиковолокно висит. В общем, ездить там не гражданские машины, там ездят военные, но тем не менее дорогу они очень хорошо отшлифовали. И в принципе, я что хочу сказать, если бы эту дорогу открыли, то, по сути, со стороны Чечни она уже готова. На нее даже... асфальт, конечно, положить было бы хорошо, но даже без асфальта она такого хорошего качества.